Работу. Вот перед вами сидит человек, который никогда в своей жизни никогда не искал работу, никакую. Всегда создавал предприятия, создавал заводы, открывал предприятия, ник из бедной семьи. Сам всего добился. Какие основные качества, которые у меня присутствуют? Коммуникация. Вот вам кажется, что я играю перед вами так, но кто меня знает, знает, что всегда такой. Везде. Везде. У меня чувство к людям. Я вижу друга, обнимаю его. Спрашиваю, как дела, помню о его детях. Я людей люблю, понимаете? Я людей помню. Я принимал людей 20 лет подряд. Этих людей всех помню. Большинство из них до сих пор переживаю, потому что оборвались возможности общения с этими людьми. Я их помню. Людей спустя годы встречаю, или там кто-то писал, а я помню. Годами помню, десятилетиями. Перед смертью всех вспомню. У меня очень огромное количество знакомых. Вы, миллион учеников школы. Могу ли я быть бедным человеком? А вы, найду ли я работу? Какую работу? Зачем вам работать? Сейчас можно много зарабатывать, огромные деньги зарабатывать. Просто нужно быть компетентным, энергичным. Сейчас много всего есть.